الكافر لا نخاطب بشيء قبل الدخول في الإسلام إلا بالشهادتين. Мы должны знать, что неверующий человек, мы не призываем его ни к чему до тех пор, пока он не произнесет свидетельство. لا نخاطب بالصلاة. Мы не призываем его к молитве. ولا بمثلا الختان. Не призываем его быстрее сделать обрезание. فهذا من الجهل احيانا ان يخاطب بهذه الاشياء قبل الاسلام. Это из проявления невежества, когда люди побуждают их к этому до того, как они приняли ислам. جاء رجل نصراني الى عالم من العلماء. Однажды один христианин пришел к одному из ученых. وقال انه يحب الاسلام ويحب الخمر، يعني الذي يمنع من دخول الاسلام انه يحب الخمر. И сказал: я бы хотел принять ислам, я люблю ислам, но вместе с этим я люблю спиртное. То есть меня удерживает от этого любовь к спиртному. قال له العالم: أسلم وإن شئت شربت الخمر. И на что ему ученый сказал: ты прими ислам, если захочешь, потом будешь пить спирт. فأسلم. И он принял ислам. عندما أسلم قال له العالم: الآن أنت مسلم. Когда он принял ислам, этот ученый сказал: вот теперь ты стал мусульманином. إذا شربت الخمر السلطان يقيم عليك الحد يجلدك وإذا رجعت عن الدين السلطان يقيم عليك الحد يقتلك. نعم. Раз ты теперь мусульманин, если ты будешь пить спиртное, то правитель будет наказывать тебя за это. А если ты откажешься от религии, то тогда вообще будешь под спиртную казнь попадешь. يعني تأتي مرأة مثلا تقول أنها تريد الإسلام لكنها ما تريد الحجاب. نقول: من أمرك بالحجاب الآن؟ الآن نريد منك الإسلام. إذا أسلمت شرح الله صدرها للإسلام. Да, если, допустим, какая-то женщина приходит и говорит: я бы хотела принять ислам, но я не хочу платок, не хочу хиджаб и покрываться. Мы говорим: а кто велит тебе покрываться? Ты принимай ислам. Если она примет ислам, Аллах раскроет ее сердце для платка и всего остального.